Ну что ж, продолжим наши игры. Не обращайте внимания за возню за кадром. Это Рекс нашел себе занятие, мячик гоняет по всей квартире. Но нам надо работать. Итак, мы берем Е. Так, и С. Вот так вот. Мы ее растягиваем, поднимаем. Теперь немножко сожмем. И опять же R, вернее E. Вот так, так, что у нас там включено? Давайте включим нормальное. Так. Где-то вот так, наверное. Ну и еще давайте поднимем. Вот так. Я вот смотрю. Может быть, чуть потоньше сделать. Хотя, в принципе, мне нравится. Далее мы сделаем следующее. Мы сделаем Shift D и поднимем по оси Z. Где-то вот так. Создадим такой так называемый здесь. Выделим два ребра или даже одно. Ну-ка, F. Да, F. Одно ребро закрылось. Так, все прекрасно. Теперь очередь идет за цилиндром. Цилиндр, как вы знаете, у нас должен быть 12. Часто получается неплохой цилиндр. 12, так. Rotation сделаем 90. Здесь 90. Так. И уменьшим его. До вот такого состояния. И радиус уменьшим. Давайте еще немножко. Ну, пока так. Так. Угу. Как всегда, немножко не угадал. Освободим сейчас сердце. Так. Теперь вот скажем вот это. Посмотрим сбоку и давайте подымать. Поднять, подняли. Теперь уменьшаем. Такой коленный сустав сделаем. Сейчас я вам включу этот, чтобы вы не скучали. И поставим его посередке. Так, вроде бы как все нормально, но нам надо расширить S, P,
по оси. Нет, не это, а вот это вот нам надо расширить. Для этого мы его сетаризмом ставим в диаметрию. Вот так. Теперь расширяем. S по X. Есть, готово. Далее перейдем в режим редактирования точек. Сделаем следующее. Так, возьмем К, нажмем. Вот отсюда поведем сюда. Enter. И отсюда поведем К. Поведем сюда. Тоже скажем Enter. Так. Далее. Стоп. Сюда. Клик. Опа. Махнулись. Хорошо. А далее сделаем просто. Возьмем, выделим вот этот полигон, этот, этот. И потянем И. Вот так. Далее. Подождите. Забыл. Вот индивидуаль Origins. Ну, S. Нет, 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 нет. Извиняюсь. R. E. Рекс, если ты мне гитару уронишь, я тебя урою самого. Так. Подождите, ну-ка еще раз, R, R, S, нет, я все время забываю, ребята. Так, вот уже вот сюда, вот, вот так немножко сделаю. Наверное, у нас будет коленный суставчик. Объект. Вот. И дуплицирую. Shift D. Поднимаем по Z. Ну, где-то вот так, скажем так. Вот так. Все. А далее где-то у нас с вами был еще куб. Ну, вот он никуда не делся. Так, смотрим на него сбоку. Понимаем, что он не там стоит. Z. Он у нас цельный, да? Нам надо его разделить. Ctrl-R. Эти части удаляем. Так. Фейсы. Угу. А сам этот кубик. Пойдем, Modify.
и скажем, что нам надо миррорчик применить к нему. Так, замечательно. Да что ж такое-то? Я просто возьму этот, мне не надо ничего экструдировать на данный момент. Я просто хочу взять вот этот полигон и подвинуть его G вот так по оси X. Где-то вот так, наверное, я его подвину. Ага. Так, может быть, сделать чуть больше. Ну, это дело такое, знаете, на любителя, скажем так. Ну, давайте сделаем побольше. Так, хорошо. А ногу вот эту, сейчас мы ее выделим, вот эту ногу, ну, давайте мы ее сдвинем по оси X. Вообще-то странно немножко. Пум-пум-пум. У нас вот так перед, правильно? Rotation по Z на 90. Вот так. Где у нас теперь объект? Вот он. Так. Что-то мы неправильно сделали. У меня не там торчат эти. Назад. То есть вот эта часть, она должна быть развернута, по идее, да? Давай попробуем. Z. Извиняюсь. R по Z. На 90. Нет. Минус 90. Вот. Все. Фу, ты, елка-палка. Прям напугали меня. Так. Теперь возьмем этот ящик. Все правильно, но только вот это неправильно теперь. Теперь ее полностью надо развернуть. Rotation по оси Z на 90. Вернее, 180. Вот так. Вот теперь правильно. Он шагает в эту сторону. На нас идет. Все верно. И теперь уже можно его подвинуть. Единичка. Двигаем. G. Где-то мы понимаем, что он должен быть вот так, как минимум. По нему и подстраиваем теперь эту штуку. Если он пойдет, ему не должны мешать вот эти вот кусочки. Так, хорошо. Ну и в следующем видео мы построим с вами уже верхнюю часть.